Пандемия коронавируса стала проверкой на прочность всей системы здравоохранения. А самая большая нагрузка легла на поликлиники. Число новых случаев заражения коронавирусом постепенно сокращается. Не последнюю роль в этом сыграла всеобщая вакцинация населения от COVID-19. О том, как проходит вакцинация в Десногорске, рассказала заместитель начальника по промышленному здравоохранению МСЧ-135. На сегодняшний день привилось от новой коронавирусной инфекции 2942 человека первой вакциной и 2009 человек вторым компонентом. Вакцинацию мы осуществляем вакциной ГАМ-КОВИД-ВАК. Каких-либо тяжелых осложнений или побочных реакций после вакцинации не выявлено. Максимум у пациентов повышается температура 37,5-38. 1-2 дня слабость, недомогание. Вакцинация идет широким фронтом. Все больше людей хотят сделать прививку. В связи с этим руководством поликлиники было принято решение открыть новый прививочный кабинет в инфекционном корпусе стационара на первом этаже. Для того, чтобы пройти вакцинацию, необходимо обратиться в доброчебный кабинет поликлиники для взрослых под номером 106. В назначенный день прийти к врачу-терапевту. После осмотра пациента выносится согласие разрешения на проведение вакцинации. Прививочный кабинет работает с 8:00 до 15:30 с перерывом с 12:30 до 13:00. Более подробную информацию можно получить по телефонам, которые вы видите на своих экранах.